Северянка уверенно выиграла первый круг чемпионата. Главные соперники «Приморочка» и «Политех» в последнем туре потеряли очки, поэтому к экватору турнира отрыв «Северянки» достиг 11 баллов. В 16 матчах черповецкая команда потерпела только одно поражение. Причем случилось это в первом туре в домашней игре с «Уфимочкой». Проиграли «Череповчанки» в 5 сетах, то есть набирали очки во всех матчах первого круга. Прогресс в игре был очевиден. Если поначалу были победы и в 5-сетовых поединках, то в 3 последних турах 6 матчей были выиграны без потерь даже очка. Больше сыгранность партнеров по команде, да, начали больше чувствовать друг друга, как связки, темпами очень доволен. Вот. Более-менее наладился прием, отсюда такой следственный результат. По ходу чемпионата команда смогла сделать и точечные усиления. Состав заметно укрепили центральная блокирующая Валерия Гончарова и нападающая Евгения Столповская. Размышляла недолго, практически сразу. Ну, агент позвонил, сказал, что есть приглашение в Череповец. Я, конечно, думать не стала. Сразу согласилась. Я уже приняла, как оно все есть, и наслаждаюсь и командой, и игрой, и ни о чем не думаю. Больше даже думаю о том, как победить и стать первыми, и выйти в Суперлигу. Отрыв «Северянки» от соперниц солидный, но расслабляться никто не собирается. Многие соперники готовы дать бой, а потому второй круг легким не будет. А затем, чтобы уверенность в своих силах не переросла в самоуверенность, тренерский штаб внимательно следит. Если что-то будет подобное, будем, я думаю, думать и предпринимать. Да. Но я думаю, все уже взрослые и будем играть только на результат, на выигрыш. Вообще ничего нет. Абсолютно. Мы как-то вообще все как одно целое и спокойно движемся туда вперед. Прям классная у нас команда. Через 10 дней чемпионат возобновится. Северянка начнет второй круг в Уфе матчами с единственной командой, которая в этом сезоне смогла ее однажды обыграть – Уфимочкой. А первые домашние игры состоятся 18-19 февраля. Соперником будет Воронеж, который еще в прошлом сезоне выступал в Суперлиге. Владимир Сентябрев, Виталий Присмотров, Новости.